В Югре собирать морожку и княженику будут в промышленных масштабах. Тонны лесных и болотных ягод планируют выращивать на единственной в округе плантации. Она находится в Ханты-Мансийском районе. Накануне здесь побывала Наталья Комарова. Глава региона не только осмотрела новые поля, но и попробовала северные ягоды. К слову, здесь растут единственные в стране отечественные селекционные сорта морожки. Их помогли вывести костромские ученые. Добавлю, ягодную плантацию расширяют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Селекционеры уверены, что через несколько лет здесь можно будет собирать по несколько тонн морожки, княженики, клюквы, голубики и брусники за сезон. Все это на сегодняшний день мы можем благодаря Центральной Европейской лесной опытной станции на наших болотах Югры культивировать, потому что они у нас вывели первые селекционные российские сорта. У нас на сегодня есть два морошечных чека, первых и единственных в России, оккультуренных сортовыми подсадками самоплодного сорта Нюбу, морожка Нюбу, финский сорт.